Теперь из этого положения мы перекатываемся на бок, строго на бок. Проверили в том, чтобы таз и пятки были на одном уровне. Угу. И теперь здесь мы продолжаем, мы сжимаем ягодицы, как бы толкаем таз вперед и поднимаем ноги вверх, чувствуя, как работают косые мышцы. Если чувствуете, что это положение для вас уже является вызовом, то просто остаемся здесь. Если чувствуете, что это возможно, вытягиваем нижнюю руку и поднимаем ее вверх. Если это совсем возможно, вытягиваем другую руку и продолжаем удерживать эту как бы выгнутую вверх диагональ. Держим ее 15 дыханий, а затем возвращаемся на живот. Переворачиваемся на другую сторону. Угу. Точно так же выстраиваем прямую линию и выжимаем себя вверх. Угу.